Друзья, всем привет! Многие из вас знают, что у меня есть музыкальное образование. Оно было в детстве. В детстве я ходил в музыкальную школу Алые Паруса. 25 лет я не играл и забыл, что такое ноты. Буквально недавно я начал брать уроки, чтобы вспомнить ноты, потому что у меня была большая мечта все современные композиции, которые мне нравятся, уметь играть на фортепиано. В общем, вашему вниманию хотел представить первое свое произведение. Впредь я буду постоянно это выкладывать, но на данный момент это группа «Отпетые мошенники», песня «Люби меня, люби» в исполнении мной на фортепиано. Если ошибусь, прошу не критиковать. Друзья, занимайтесь творчеством, оно безумно вдохновляет, но меня, конечно, еще вдохновляет самое главное по жизни – это спорт. Всем хорошего настроения, в следующий раз выложу обязательно другую композицию. Люби меня, люби, жарким огнем.